Всем привет! Сегодня с вами Лекса, и у нас в гостях такая игрушка, как Breathage. Дословно, мне сказали, переводится как «Границы дыхания». Вот. Игрушка обещает быть прикольной, про космос. Вот. Поэтому пойдемте смотреть, что она из себя представляет. Предупреждение! Данная игра носит юмористический характер и не стремится кого-либо оскорбить. Все персонажи и события в игре вымышлены, даже если это не так. В игре могут присутствовать грубые выражения и сцены насилия, по крайней мере, мы на это надеемся. Садитесь в ваше кресло и получайте удовольствие. Продолжить! Ой, какой мужик. Так, мы будем играть за бородатого мужика. Играть. Давайте заново начнем. Потому что я пыталась тыкнуть, но не дотыкалась. Там, в общем, другой режим поставила себе. Ладно. Так, стандартный. Естественно, стандартный. Возьмем. Все должно быть в меру. Представляем. Руки. Руки. Ха-ха-ха, отлично, это я после пятницы. После пятницы у меня есть руки. Глаза не широко открываются. И я в наручниках. Отлично. Нет, это не я после пятницы. Я пытаюсь выбраться. Меня Тури в психушку, походу, сдал. После моих высказываний. Так, а куда мы идем? Или нас ведут куда-то? Так. Ой. Прикольно. Вот это, походу, главный. Команда выступает категорически против курения, вызывающего громкие заголовки в газетах и другие заболевания. В связи с чем мы предлагаем вам заменить эту опасную сигарету в клешне робота на что-нибудь более полезное. Давайте, да, заменяем. Что он будет курить? Морковку! Опять я? Ребят, мы с вами пили вчера, да? Ну, извините. Ой! Нет, не пили, походу. Или они на что-то обиделись, раз по башке дали. Чё вам рассказать? Ну, выпили. Плюнуть. Фу! На вас. Ой. Неправильный ответ, походу. Так. Так, опять, что ли, по новой? Плюнуть! Фу на тебя! Я не боюсь. Так. Ой! Блин, мне сейчас весь мозг отобьют. Ты рассказать все сначала или насилие? Давайте попробуем в третий раз плюнуть. Что будет? В конце-то концов. Я, конечно, с опаской, но плюну. Фу. Шпяк! Блин. О, что нам выдали? Клуб любителей БДСМ. Отлично. Нет, ребята, давайте на этом закончим. Я расскажу вам все, что знаю. Серьезно, БДСМ это не мой случай. Так, 2073 год. Я с семьей лечу в отпуск на космическом корабле без названия. Да? Нет? Так, давайте посмотрим. Здесь могла быть ваша реклама йогурта или еще какой-нибудь дряни. Понятно? Оставьте вашу рекламу. Хобана. Ой. Дедушка у персонажа. И курица. Вот куда я лечу. Зеленая вселенная брокколи атакуют. Зеленые атакуют, короче. Бабах! А дальше что происходит? Ой! Дедушка! Нет! Дедушка! Что? Что произошло? Блин. Походу, кто-то в остров вошел. Тури за рулем был просто. Затерянные в космосе. Глава 1. Ну. А-а-а! Слышь? Почему не могла в космосе смотреть, а?
подтверждать. Боже мой. Блин, ладно, давай расскажем, как было. В конце-то концов. Ауч. И девушка. Отлично. На все, не все ресурсы летают среди облаков, которые придется добывать из астероидов. Тяжелым трудом. Ой. Точно. Суббота. На скафандре жвачка. Хорошо потусили. Курица. Ух, кто какая курица? Я ваш гид в мире космических похорон, так. Эскейп меню. Ну, движение понятно. Взять предметы слота. Ширинка. Хм. Неплохо. Левая, правая рука, фонарик. Развернуть предмет. Прыжок. Стабилизация альт. Ctrl вниз, ускорение, shift, окей. А, тап инвентарь еще. Окей. Прекрасно. Вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похоронное агентство Брэсиш гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести к репутационным потерям компании. В связи с этим вам предлагается заткнуть утечку какого-то газа и выжить. Ну, то есть ты боишься, что я сдохну, да? Окей, сейчас вот что тут? Что тут есть? Заткнуть. Ой! Прости, курица. А, интересно, она жива? Блин, бедная. Ой, смотрите, жвачка. Жвачка. Где жвачка? О, жвачка. Достаньте жвачку из кармана. Достаньте. Во, инвентарь. Куда мне ее засовывать? А, наверное, вот сюда, наверное. Ой. Нет? Возьмите жвачку, ага. И старайтесь не запачкать скафандр. То есть вам скафандр, да, жалко? Ой. Заткнуть. А вам полагается поощрение. О! Выживший! Отлично! Помните, я почти победил, я молодец. Предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию. Ага, отлично. В депрессию мне нравится. Использовать. Вот, придется выйти в космос. Блин. Это мы не можем взять. Интерфон сломан. Так, детдом. Наш домашний номер. Дозвониться, конечно, не смогу. Да и некому, если только тараканы привет передать. Развернуть? Ничего нету. Ладно. Вдруг пригодится. Возьмем. Ой. Так. Не забудь покормить курицу. Ну, как бы, я не знаю, что с ней там случилось. Вот. Я там немножко ее надула. Поэтому... Ой, я там, по-моему, другое что-то взяла. Ну, ладно. Все возьму. Все заберу. Так, это что у нас? Комбайн. 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 А, понятно, здесь что-то делать надо. Ну, то есть снаряжение, пищу надо делать. Кстати, у нас... А, вот, ешь и пей. Товарищ, береги свое. Что свое-то? А, типа это полоска здоровья, это дыхание, ешь, пей, окей. Мои достижения, выживший, бессмертная курица, клуб ценителей БДСМ. Так, окей, значит, это типа верстакам. Изучить схему дрели. Повернуть. Что у нас тут? Ничего нету. Когда вы обнаруживаете новую схему предмета, она автоматически добавляется в память вашего комбайна на кухне, где при наличии необходимых ресурсов вы сможете создать этот предмет. Вероятно. Вероятно, отлично. Фото дедушки, боже мой, как же я могла его потерять. Повернуть, взять. Ой. Что это? Курарык. А, дорогое, нефильтрованное, темное, невкусное, безалкогольное нечто, выбранное дедом исключительно из-за этикетки. Хотя он всегда это отрицал и, сморщив лицо, давился этой бурдой. Да, я бы тоже давилась. На вид он как-то не очень. Хотя тут, может, открыто? Ой, тут просто бутылка. Давайте возьмем. Так, здесь у нас что-то. О! Хоть что-то нужное, наконец-то. Спирт! Отлично. Пиво, чувак.
Самое дешевое пойло, которое литрами хлещут все настоящие космические волки. Неизвестно, из каких отходов варится эта жижа, тем не менее пиво отличается приятным мягким вкусом гудрона и ароматом свежего помета дикобраза. Вообще, это напиток мечты. Редкое издание физики в нескольких томах говорят, кто прочтет все 50 книг, станет человеком, прочитавшим все эти книги. Логично. Физика в 50 томах. Конечно, возьмем. А что ты там носишь в руке? А, это у тебя, это моя система, ладно. Книга. Да-да, это та самая книга. Внутри нее страницы, на страницах буквы, цифры, мятые уголки и следы от жирных пальцев. Блин, как сексуально-то. Ненавижу книги, которые облапали. Она пахнет книгой, выглядит как книга, и на вкус ничем не отличается от книги. Кто пытался сожрать книгу мою? Палка-чесалка. Новая схема. Щуп. Так, что там? А, я что-то взяла такое интересное. Отлично. Дом. Дом, милый дом. Дед не мог жить без космоса, но дом он любил. Сильно любил, как любой космонавт. Взять. Там что там за открыткой? С днем рождения деда. Ой. Он меня любил, мой дедушка. Не знаю точно, как я это нарисовал, но помню, что коллега деда ржали, как кони, и звали его Алка-Ленин. Зачем он ее повесил над кроватью? Загадка. Он нас любил. Кровать. Так. О. Отдых не требуется. Взять утолщенный изолента. Утолщенный изолент. Что тут еще есть? Контейнер. Ага. Надо записочки. Надо записочки. Что туда положить? Ладно. Не будем этим заниматься. Так. Верстачок есть. Кусок правды. А, это понятно, это про брокколи. Это мы уже читали. А, включить. Включить. Переключить. Бортовое. А, понятно, бортовое радио. Ой, свет выключили. А, ну типа это когда спать пойдем. Включи. Да мне не надо. Во, свет. Ой, подушечка еще одна. Ага, эта ткань для чего-то дается. Ну-ка. А, на верстаке, что у нас тут есть? Пища, снаряжение, ресурсы. О, ткань. Ага. Блин, понятно, у нас ничего нету. Ну, пойдемте на улицу использовать. Нет подходящих предметов. А здесь что? О, сортир! Система сброса отходов повреждена и функционирует в обратном режиме. Туалет может засасывать пролетающие мимо челнока объекты при переполнении баков. Ага, понятно, он в обратном режиме. Ой, пора, пожалуй, я отсюда пойду. Так, это мы заделали, а это мы уже в космосе. Вероятно, это центральное ядро. Ой, что это такое? Будьте осторожны, в таком костюме радиация убьет вас мгновенно. Стой, что это было? Ой, что-то есть. Разбить нужен лом. Лом нужен. Ой, бутылка воды. Ой, водичка. Так. Ой, давайте еще возьмем. Стой. Что это такое? А это что такое? Зеленая сопля чья-то. Ой. Ой. Воздуха нет. Дырка, залезай. Залезай в дырку. Так. Подышим, подышим, подышим. Ой. Возьми это. Кружка деда. Отлично, пригодится. Это вот что за... Зеленая жижа, мне кажется, мне пригодится. Разбить нужен лом. Так, давайте подышим. Пойдемте вон туда смотреть. Блин, лом нужен. Для всего... Так. Дышим. Выходим. Так, а здесь у нас что?
Антенна чудом уцелела. Проводите отладку очень аккуратно. Ой, меня сейчас током. Будьте аккуратны с вакуумными пробоями. Удар электричеством такой мощности может привести к выходу из строя моих систем, и я не смогу гарантировать сохранность вашего трупа до приезда похоронной команды. Отлично. Меня сейчас убьют, а ты будешь сидеть и смотреть на это. Добыть алюминиевая руда. Но вот к этой штуке, мне кажется, не надо подходить. Отладить. Потрясающие инженерные навыки. Вы ее доломали. Теперь не обойтись. Вы ее доломали, отлично. Кодов активации интерфона, которые зашифрованы в памяти штурвала, если он еще цел. Потрясающие инженерные навыки. Теперь не бойтесь без специального оборудования. Блин. Ну-ка, подожди. Журнал. Знаете, великолепный пакет с питательной жижей. Еда! Можно использовать по назначению и выбросить в ближайший шлюз. А можно попробовать съесть. Подобное добро встречается у любого разбитого челнока. Обилие пакетов можно обнаружить у обломков пищевого хранилища корабля. Так... Снаряжение. Это энциклопедия, понятно. Смотрите. Питательная жижа. Так, а что мне нужно сделать? Инструменты. Щуп. Смотрите, способ добычи, крафт. Дрель. Декор. Ну, до декора мне еще рано. Непонятно, что мне надо сделать-то. Ну ладно, давайте посмотрим. Использовать. Вода. Ой, смотрите, я могу воду создать. Класс! У меня будет водичка, бутылка воды, все. Питательная жижа и лед. И жратва теперь есть. Отлично, вообще шикардос. Так, значит, если рядом что-то валяется, значит, надо... Значит, ребята, так с вами и будем действовать. Отлично. Значит, надо что-то там еще пощупать. Так, давайте еще где-нибудь. Жратва. Вода. Судя по первичному анализу разрушений, большая часть пассажиров лайнера погибла. Это можно назвать крупнейшей катастрофой в истории космонавтики, причина которой еще предстоит выяснить. Стандартный гроб Всемирного похоронного агентства. Вскрытие гроба будет считаться правонарушением и актом вандализма, который никто не осудит, если вы погибнете. То есть, если я погибну, в принципе, можно вскрыть. Отлично. Ой, тут водичка есть как раз около меня. Да! Дай! Чё я там нашла? Ну-ка. Дай, блин. Так, кружку нашла. Дед любил катать молодых девчонок на своей ракете, за что получил эту кружку и звание главного бабника от коллег. Незаслуженно, кстати, ведь дед и их именно катал, и именно на ракете, но кружку все равно оставил, всегда над ней смеялся. Отлично. Так, что у меня есть? Металл. Кусок металла достаточно мелкий и тонкий, чтобы сделать с ним что-то большое, нежели выбросить. Ну-ка, давайте посмотрим, может, я что-то могу сделать с ним. Вода, снаряжение, ресурсы. Очищенный металл. Понятно. Металл 4 штуки. А вот снаряжение. Защита от радиации 25. А у меня сейчас вообще ничего нету. Похоронный какой-то костюм у меня. Свинцовая краска, стекло, пластик, алюминий. Ёлки-иголки. Блин, капец. Пойдемте лазить, чё? Придется это... Так, разбить это я не могу. Туда я вряд ли долечу. Что мне тут надо? Ой, бутылочки воды пригодятся. Ой, я труп несу. Ой, а зачем мне труп? Так, ну окей, пойдем. Будешь моим друганом. Сейчас вонять ведь будет. Ой. Зачем мне труп? Зачем его взяла?
Нет. Брысь отсюда. Фу, труп. Брысь. Нет. Стой здесь. Короче. Зачем мне труп? А второй труп, понятно. Нет. Лом нужен. Вам необходима фомка. Да. Эй. Да иду я, иду. Дыши. Дыши сильнее. Пойдем на поиски дальше. Ну, теперь у меня есть пятница. Около. Что у нас здесь есть? 40 кислорода. Синий цвет обшивки. Это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Скафандры спасателей похожи на похоронные, но мне всегда хотелось узнать при... Отличные новости. Ой. Используя свой гениальный алгоритм подбора двузначных паролей, мне удалось взломать коды активации интерфона. Осталось собрать криптографическую станцию отладки и перенастроить интерфон по этим кодам, что с вашими умениями займет всего около 5 лет. Отлично, 5 лет на что-то... Ой-ой-ой, я сейчас сдохну, походу. Но я нашла фонарик. Помните, что вы все еще можете впасть в депрессию. Ага, я помню, что я могу впасть в депрессию. Надо пожрать. Надо пожрать. Нет. Блин, и куда я это выбросила? Ой, блин, я самый просто выкинула воду. Вообще класс. Так, мне еще одну металлочку надо собрать. Металл. Трупы больше не берем. Так, где у нас тут? Это лед. Где у нас что-то похожее на металл? Блин, стрёмно. У меня же скафандр-то не... Пожалуй, далеко не пойду. Наверное, вверх пойду. Что тут есть? Лед. Жижи питательные. Это модель с рекламы Всемирного похоронного агентства. Выглядит хорошо даже без головы, но не рекомендую прикасаться к рисунку. Это могут расценить как домогательство. О! Вот это не надо смотреть, понятно. Секатор нужен. Подождите, а что нужно для секатора? У меня там, по-моему, было. Использовать объекты, снаряжение, инструменты, щуп. Отлично подойдет для вытаскивания предметов из узких отверстий. И подбор вещей, которые трогать не хочется. Такая же, как была у деда, работает от одной батарейки, хотя работала без нее. Способна дырявить то, что дырявить не следует. Спирт. Так, кто-то звонит. Давайте щуп сюда поставим. У нас есть пища. Создать. Надо водичку еще создать. Раз. И водичку еще раз. Где-то я видел эту хрень. А вот, наверное, здесь, что ли? Объекты, блоки, снаряжение, инструменты. Во. Нет, не то. Фонарик, батарейка, лампочка. Блин. Слушайте, я не знаю тут. Вон туда пойду, короче. Сдохну, так сдохну. Датчики сообщают о наличии поблизости хладогеля. Его микроскопии обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень болезненно относятся к туалетным темам в связи. Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Это означает, что поблизости могут находиться крупные запасы воды из баков душевых. Ой. Предлагаю назвать его Хэмон, ведь данный унитаз и не похож на галлотируемого робота. Ой-ой-ой, где мой
бедолага, мертвый хомяк. Я поймала мертвого хомяка. Отлично, ребята. Так, быстрее теперь бежим. Блин, вот сложность с этим. Так, ну-ка, что я взяла? Желтоватая вода получается из обычной бути. Воды путем естественного осоления через почки. Блин, отлично. Я взял... А, слушайте, желтоватая вода. Погодите. Ресурсы. Получается... Так. Лед 4 штуки. Желтоватая вода это... Разве не щелочь? Нет? Может быть, я что-то путаю. Ладно, пойдемте еще. Что там? Что там? Давайте еще быстренько туда. Шмяк, по пути что-нибудь заберем. Сортир, я тебя вижу. Ох, чувствую, сдохну я как-нибудь. Что здесь есть? Что здесь есть? Разбить нельзя. Металл взяли. Ой, что-то взяли, потом будем разбираться. Что-то интересное взяли. Так, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Быстрее, 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 быстрее. Домой, домой, домой. Что там взяла? Ой. Так, что я взяла? Стой. Проволока. Отлично. У нас есть проволока и у нас есть 4 ткани. А для чего нам ткань? Ресурсы. Давайте сделаем ткань. Если мы можем. Бедолага почему-то... Почему-то на крупных судах этих щекастых всегда было немало. То ли сбегали и плодились, то ли их специально кто-то разводил. Не знаю, но думаю, их тут еще немало встретится. Отлично, жратва халявная. Попить, надо попить. Это, пожалуй, пить не буду. Попили, хорошо. Водичку давайте создадим. Так и сдохнуть недолго. Так, нужен еще один металл. Так, мы сможем. Что у нас тут еще есть? Разбить не получится. Какие-то провода взялись. О! Еще какая-то... Ой! Проволока. Быстрей, 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 быстрей. Блин, разбить нет. Так, где моя капсула? Блин, тут очень мало времени дается на то, чтобы что-то посмотреть. Сейчас он опять будет орать. Да иду я уже домой, иду. Интересно, здесь... А что будет, если я сдохну? Так, подышим. Подышали, пошли дальше. Так, сейчас, у меня микрофон упадал. Ой. Короче, какая-то хня раздолбала мой корабль, а я теперь ходи тут и собирай... Добро пожаловать на борт! Добро пожаловать на борт! О, металл. Металл есть, а это что такое? Еще металл. Так, разбить не получается. Дальше что у нас тут есть? Лед. Ай-яй-яй-яй. Где моя капсула? Ой, вот сейчас я сдохну, походу. Эй-яй-яй-яй. 7. Ох. Успела. Фух. А, вот куда я выкинула, кстати. То есть это ничего не пропадает. Ресурсы. Создать. Зачем, я не понимаю это создавать? Ну ладно. Блестит. Так, а снаряжение. Стекло, свинцовая краска, пластик, алюминий. Вот вообще не круто. Лампочка, батарейка. Блин, серьезно?
почему нельзя? Ну, правильно, почешись. Что у нас здесь? Что-то интересное вон там, смотрите. Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа. Нет данных о пригодности презерватива в качестве кислородного резервуара, но надо тут попробовать собрать простейший баллон для отвлечения от фатальных. Ой. Что-то я нашла. Короче, ребята, презерватив надутый. Отлично, я буду дышать через надутый презерватив. Шикардос. Просто шикардос. Ребят. Стой. Я должна это увидеть. Так. Что здесь? Где? Где? Я же взяла. Кислородная свеча. Капельку того, щепотку того, немного вольт, и вот оно чудо гидролиза. Такой свечи, конечно, не надышишься, но пару сиплых вдохов она обеспечит. Слушайте, круто. Ребят, я только что... Я только что, короче, зачем-то использовала... В общем, не то, что нужно. Кислородный шарик. Отлично. Ай, блин, ребята. Теперь я... Я, походу, все испортила. Вот не могла я... Ой, смотрите, там что-то розовенькое. Пойдемте туда сходим. Там что-то валяется. Отлично. Вместо того, чтобы нормально это использовать сейчас... Конечно. Судя по степени разложения, данный субъект погиб задолго до катастрофы. У нас здесь убийство, Шерлок, и мы просто обязаны его проигнорировать. Препарат «Новичок» разработан при поддержке Пенсионной ассоциации. Таблетки для мужской силы. Помню, в детстве сожрал целую пачку, думая, что это конфеты. Тогда я впервые открыл некоторые способности организма, вроде возможности неудержимой рвоты и диареи одновременно. Неизвестное Отлично. Вещество с подозрительным названием. А вряд ли он задохнулся от этого, находясь в скафандре, где кислорода хватает на целый вдох. Ёперный театр. Сейчас я меня сдохну. Ай-яй-яй, 98... Меня щуп не спасет, походу. Точно. А, нет, здоровье только теряется, окей. Да тихо, тихо, все хорошо, все хорошо. Фу, дыши. Че я взяла? Ножницы. Отлично, слушайте. Я не могу ножницы. Самые простые ножницы, режущие даже проволока, да мама не видит. Вот, смотрите, это я уже нашла презерватив. Таблетки какие-то. Пойдемте посмотрим, что там. Не влезай, убьет. Снаряжение. Кислородный был... А, понятно. Ресурсы. Утолщенная изолента. Резина. Мне две штуки нужно. Короче, будем так бегать. Что-то валяется. Так. Ой, там наручники есть. Ребята. Но мы там, мне кажется, не все забрали. Что можно. А он продал наш брак. Предал. Извращенец. Изменник. Он заслужил это. Два разных почерка. Какой-то Сергей, пятна крови. Что бы это значило? Записка написана женщиной, явно профессионально владеющей пишущими принадлежностями. О, отлично. Блин. Так. Здоровье-то у меня... Все-таки, знаете, не 20 лет уже. Сейчас опять буду дохнуть. Тихо, спокойно. Спокойно.
Все хорошо. Дыши, дыши. Все хорошо. Отдохнуть. Голод, жажда, здоровье плюс. О, видите? Прикольно. Так. Лампочку мы взяли, короче. Надо что-то еще делать. Вот сюда пойдем. Что там есть? А презерватив тут я взять не могу, что ли? Изучить могу, а взять не могу, да? Ну, окей. Жалко, что я этот выкинула. Надутый. Надутый. Ну и все, короче. Я застряла в презервативе. Отлично. У меня... Блин, я за... Отлично, ребята. Я застряла. Короче. Сейчас сдохну. Да. Да уже успокойся ты. Мы с тобой сдохнем здесь. Ох, как тяжело. Да, еще чуть-чуть. Подожди. Твое мучение. Лечись вовремя. Да что там лечиться? Я все равно застряла. Отлично, не ходите к презервативам в гости. Поняли? Ты снова лгать. Ты здесь, а значит не мочь умереть. Рассказывать правду. Загрузить автосохранение. Ну-ка. Где я? Что у меня есть? Слушайте, да я вообще, в принципе, не сильно так... Пожалуй, нет, к презервативу все равно придется сходить. Так, отлично. В обломок. Пойдем. Там у него батарейки перед валяются. Обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа. Нет данных о пригодности презерватива в качестве кислородного резервуара, но можно попробовать собрать простейший баллон для отвлечения от фатальных мыслей. Да ё, перный театр. Я сейчас опять за... Оп. Оп. Так, бежим. Давай, 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 крути педалями. Почему нету... Почему я скафандр не могу снять? С... другого чувака какого-нибудь, например. М? Так, я там вроде антенну починила, может быть. Так, понятно. Ну, ладно. А хомяка я взяла? О, хомяк со мной, все. Дружбан мой со мной. Это все меняет. Так, здесь я была, вот здесь сюда пойдем. Что у нас здесь есть? Есть провода. Понятно. Добыть ничего нельзя. Лома нет. Планета железяка, короче. Разбить. Да иду, я иду, не ори. Ой, блин. Нужен баллон. Ай. Так, давайте посмотрим, что нам на баллон нужно. Еще раз. Снаряжение. Шлем. Стекло, свинцовая краска, пластик, алюминий. И у нас ни хрена этого всего нет. Чтобы вы понимали. Так, инструменты. Утолщенная изолента. Очищенный металл есть. Батарейка алюминий. Опять алюминий. Так, короче, ребята, давайте на сегодня закончим. Если вам
понравилось это прохождение. Если вам нравится эта игрушка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите стрим этой игрушки, чтобы мы в прямом времени, скажем так, с вами спасались из космоса, то напишите комментарий стрим под этим видосом, и тогда я пойму, что вам это понравилось. Так что всех вас люблю и до новых встреч. Пока-пока!